так, начала я новую работу шить птичку. Птичку Варя мне принесла из школы. Аппликацию делали. Я, в общем, нарисовала ее, вырезала детали. Песок будет у меня утяжелителем. Я его в мешочек насыпала отдельно. Лапки, веточки. В общем, все детали собрала, и получилась у меня вот такая вот большая-большая белая птица. Вот. Клюв еще буду делать. Ну, лапы, соответственно, еще нужно пришить. Так вот он у меня пока выглядит. Так, это я шью клюв, потому что я его забыла сшить. Вот такой вот клюв получился. Так, глаза будут. Вот такие глаза получились. Лохматые сделала краешки. Ну вот, дальше буду его окрашивать, этого попугая. Так, окрашивала я его сначала кофейным раствором, кофе и клей ПВА. Вот. А потом сверху по-мокрому наносила акварельную краску. В общем, он у меня такой достаточно яркий. Вот, красный, желтый, синий, зеленый цвет я использовала. Фиолетовый, по-моему, еще. Вот, клюв красный. Вот, голова, туловище, которое, оно у меня такое полосатое. Вот, глаза маленько белым прошла. Вот такой вот он у меня получился. Сначала я его оставила просыхать. Можно феном просушить, чтобы быстрее краска взялась. Вот такой птиц, большой-большой. Вот. Дальше я начала его раскрашивать, разрисовывать черной акриловой краской. Я нанесла по всей птице мелкие рисунки в хаотичном порядке, произвольные рисунки всякие разные, солнышки, смайлики, квадратики, цветочки, машинки, на радуги, все что угодно. Все, что в голову приходило, то и рисовала. Вот. Сначала я думала, что какие-то только детали его так разрисую, но в итоге я полностью птицу так разрисовала. Вот. Вот такая вот она получилась интересная. Но зато вот эти вот черные рисунки, они как бы объединили все. Все цвета в одну. Вот такой вот он у меня получился, весь татуированный. Вот. Вот такая вот красота.